1973 году уроженец Брещины Петр Климук совершил полет в космическое пространство. Петр Ильич родился в 1942 году в партизанском отряде, где его отец сражался с оккупантами. Ранние годы Климука пришлись на войну и голод. Когда ему было всего лишь 2 года, отец погиб на фронте. После школы Климук решил стать военным летчиком и поступил в авиаучилище. Вскоре молодого парня зачислили в отряд космонавтов. Там он тренировался вместе с Юрием Гагариным. Свой первый полет наш земляк совершил в 31 год. На тот момент он был самым молодым советским космонавтом. Белорус побывал на околоземной орбите на 5 лет раньше немцев, на 19 лет опередил британцев и на 30 лет китайцев. За время службы он совершил 3 полета и провел в космосе 78 дней и 18 часов. В 1978 году именно Климук вывел в космос первого польского космонавта Мирослава Гермашевского. За успешную работу на благо страны Климук был 2 раза награжден званием Героя Советского Союза. Подписывайтесь на канал и узнайте больше о нашей истории.